Эй, всем привет, ребятюшки, с вами Валерич и Виктор. Всем привет, продолжаем Dying Light. Копчики. Сейчас отнесем антизинчик в башню, и нормально все будет. Все будет топ-типи-топи, блин. Топи-типи. Типи-топи, хорошо. А, поехали уже относить его. Как раз к этим продавщикам пойдем. Потому что набрали вроде груза, пока не отдали. Только там уже по дороге устроили. Any guess what happened? Вот он еще. Maybe I can track him down. Maybe, definitely, get on it fast. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. Там, ребятки, потом. Помню, раз. Не, это, он как-то, кстати, классное задание, помню, раз. Ах, я чертеж получил только что. Чертеж получил? Да, выжившим помог. Главное, я бежу. Брекен, это Крейн, ты копируешь? Брекен, ты копируешь? Нормально. Черт. Джейд, это Крейн, ты копируешь? Listen, Rice wanted me to ease. Машина. Look, he screwed us, okay? I only got 5 vials. What? Damn it! That's only a few days worth. Listen, Crane, we've got a situation here. There's been an outbreak. Откуда ты ко мне прибежала, сука? Get back here ASAP and talk to С того света, блин. Света с того света. О, все, не беспокойте меня. Я взламываю машину. Сосредоточиться. Где-то здесь. Блин, не здесь, ладно. Ну-ка. Ой, ты его взорвал. Ничего страшного. Ты еще взламывал. Так они там всю ночь обманываются. Так там ПКМ вроде бы. А, меньше ломается. Блять. Ударил обзор, скотина. Все, бежит, блядь. Я вдруг собаку. Я ебал, пошли на задание, потому что сейчас убьют. Я не хочу терять. О, обыскать. Денежку нашел. Не хочу тратить. Нужна марля, блять. Марля, вот покупай, я забираю. Да вот это ж. Не забывай, что аптечки в этой игре это превыше всего. Ну что, нужно? Нужно. Здорово, ребята. Наконец-то мы дошли. Дарубченко, ё-моё. Где этот кладовщик? Ему нужно, да? Окей. 7500 дали. Нифига. Опыта, выживаемости. Должен быть больше. Неплохо. Очка навыков получено. Так, а что здесь? Электрические ограды. Научитесь использовать. Удачный ремонт. Блин. Ну, блин, прикольная штука. Ладно, давай. Что ты? Поводу ремонта, блин. Я ограды беру. Да, по поводу ремонта очень, очень классные штуки. Ну, да ладно. Мистер Крейн. На второй, на второй этаж на лифте подняться нужно. Блин, мой стульчик скрипит, но смазаешь. Плюнь. А что, здесь что-то будет? So what happened? One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible.
It went bad. Somebody had to make the call. And now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You'd better talk to Brecken. I have to get these meds to Lena. Слушай, этот Тимурчик все сидит здесь вообще, не парится ничего. Ничего ему не нужно. Ты это продавец? А, проведайте Брекена. Брекена проведать нужно. Брекеты? Брекеты проведать нужно. Хотя бы. Жду тебя. Что ты там нашел? Да, блин, продаю это сломанное там оружие. Ценности. Так, марля. Почему так мало ценностей? Металлические детали. Что у него есть? А что там еще нужно было для лука? Лук рейнджера. Металлические детали. А почему не засчитало то, что у меня есть? Или я их продал? Может быть, блядь, я их продал, а не купил. Интересно. Четко, да? Блин, и выкупить не могу. Сука, блядь. Ладно. Так, ладно, коктейли Молотова. Прикинем, делать нельзя, но они мне и не нужны. Машина, чертежи разработчика, аптечка. Еще одна можно создать? О, хорошо как. Люблю аптечки. При металлических деталей куча нужно просто. Какое-то оружие сделать. Металлические детали нужно ремонтировать, создать оружие. Ё-моё, какое здесь оружие. Как его здесь много. Травматический болт. Пары ветра, ага. Ёлы-палы, да там куча оружия, блин. Да, давай, Брекен, Брекенту. Брекента. Брекента. Я в такой психбольнице ведём. This is where we get the announcements about the Antocene drops. And they've just stopped. There were kids in there! Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running. Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Harran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen, I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, hang on a minute. Brecken, these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way, a better way. Fine, I'll wait, but not for long. Окей, жду Нишка, блин. Я же говорю, псих какой-то, не уравновешен. А как его. Ты покинул сеанс, я что-то не понял. О, меня... Finally, I get to do some actual good. Ну, перезаходи, что ли? Нормально. Нет, ты меня лагаешь. А не я. Так у меня все норм. Ну, вот теперь норм. Это было что-то непонятное. Это робот какой-то. Check for the mug cars. They can say... Не знаю, у меня ты просто вышел и все. Я могу тебя только пригласить в игру. А ты вышел? Как войти? Ну, а мне походу придется выйти. А как это получилось? Я хер знает. Не знаю, у меня все норм вроде бы. Ну да, мне ничего не лагало. Стало. Жду. Норм стало все, но я просто... Ой, блин, я предложил просто. Перевозить вам. Ага. Не знаю, что-то произошло. Непонятное. Ну, у меня написало, что ты покинул сеанс. Серьезно?
Это скорее всего у тебя, потому что у меня нету типа твоих зависаний. Интересно, детки пташут, но... Так, а что нам вверх, вниз, что куда? Вверх. А, безопасное место найти. ВГН. Да, с ВГН связаться. Как я здесь оказался? Ладно. Идем, идем на связь с ВГН. Ну? This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryza's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate, test her skills in a new environment. You start giving us some antizen and then we'll talk about what Ryze wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. Like, I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Okay. Бля, какое длинное задание, слушай. Да все проходим, проходим его. Раис до конца игры будет здесь участвовать в наших заданиях. Это понятно, но все равно договор вот этот с Райсом, я думаю, уже другое задание какое-то будет. Loud and clear. What can I do for you? I don't know how much time we have, so the short version. I need your help. Rice has turned an abandoned school into a supply dump, and I think it may be where he's storing his antizen. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Хорошо. О, вот теперь уже другое задание. Братья, сестры. Я же говорю, что-то длинное, блин, прям. Наконец-то. Наконец-то будем выполнять другое задание. Ура! Прям. Душу греет. Но. Раису мы еще. Раиса. Раис еще придет к нам. Ладно, у него один рыбацкий нож. А сколько времени, кстати? Птичку забрать. 16:55. Нормально. Да, вроде норм. Еще можно побегать. О, ты смотри, какие ловушки здесь. Фига себе. Я могу ее активировать. Прикольно. Ладно. Джейд подводим. Все, ловушечки добавляются по сюжету. Нифига себе, прикольно. Воу-воу, парни, осторожно. Я здесь, кстати, могу... Что я могу? Ничего. Забыл, что хотел сказать. Пиздец. Блин. Ой-ой-ой-ой, это только... Хрена себе упал. Потихоньку, не спеша, я надеюсь, никто не найдет. Я так понимаю, мне ноутбук уже нужно немножко отдохнуть за сегодня. Слишком перетрудился. Троп. Кто это? Вот это бяка, фу, рыгает мне. Задолбал. Мне металлические кидали нет. Ливунчик, да? Да. Джефф, нет? Ты у меня на ладони, Джефф! Я тоже. Живись, или буду стрелять! Нет. Почикал, почикал, почикал его, почикал. Ай-яй-яй.
телепорт показывает, да? Так, нам по железной дороге. Они где-то на железной дороге находятся, эти два полудурка. Я надеюсь, я заметил. Да. Вот они. Я уже близко. А, вот бежишь, нет, стоишь, молодец. Ага. А не, это не они, блин, ладно. Come here. Значит, you should see this. Это дополнительное задание. Something is going on at the school. Tyra's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes? Good question. Тоже неплохо. If answers in, we need it. А, я, кстати, вспомнил это задание. Ебай, у них машины есть. Ничего, у нас тоже появится. Только в дополнении. Не, ну дополнение просто крутяк. Блин, я прям... Не знаю, мне что-то даже основную не особо хочется играть. Дополнение... Не, дополнение веселое, очень веселое. Потому что нормально прокачаться к этим дополнениям. Чисто, что можно на баге ездить, вообще круть. Опять покинул сеанс. Ой, ой, ой. Покидай, ты опять кинул меня? Не. Fucking to here. That guy should die in a fire. We, fuck. Where'd she go? Я не знаю, что это за дичь. Посмотри температуру. Может, тебе греется там что-то? Может быть, посмотрим сейчас. Так, окей, встретись с Джейд в вагоне. Так, ну... Телефончик спал, смотри, нет, и я. Да не, видяха 68, процессор 77, нормально. А ну еще раз кинь приглас. Для ноутбука вот такие параметры вроде бы нормальные, если я не ошибаюсь. Ну по идее, да. 78, 68, это нормально. АЗУ еще доступно. Блять, это выходить опять нужно, что ли? Графический процессор используем на 75. Еще раз приглашу. Ты там нагрузки нужно проверять. Когда ты уже, типа, там, может, какие-то сцены или еще что-то нагружено, типа. Может, может быть и такое, ну, посмотрим. У, часть давать. Странно, конечно. Ай, ты шо, блин, нифига ты там команду собрал, футбольную, блин. Я сам не видел этого, что я собрал. Ой, я ушел оттуда. Вот, сейчас опять нормально. Короче, лучше иди туда, я знаю, иди туда. Короче, берешь коктейль молотова и вот так кидаешь в толпу. И прокачка идет. Нормально. Джейд, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? I remember playing here as a kid. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it. Сейчас я на школу вверх. Найдите ход в школу. Да я помню, вроде бы как в школу. Блять. Значит, что? Так, а ты зашел уже? Нет, я еще на крыше здесь всяких блевак бью. Набил?
Ищу вход в школу. Я не помню. Воу-воу-воу. Охренеть. Я чуть не подорвался. Это было опасно вообще. Нафаршировал пацана, блин. Давай, давай, иди сюда. Я уже... Да, блядь, куда выносливость это девается? Ну что за прикол? Вот этот, к нам гости бегут. Кто? А, эти братаны. Да, 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 именно они все. Я на вас тратил патроны мощные. Уже он так кричит, а? Иди, 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 иди сюда. Так, вот так, вот так, вот все. О, ну, народу поймался. Эти, эти. Клобаный эти металлические. Ой, ёбаный. Это не металлические детали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Молодец, красава. Что-то здесь слишком много, не? Вот здесь, да, вход у нас получается. О, подожди, трудно. Давай попробую взломать эту дверчушечку. Вот так вот. Да ё-моё. Пока здесь стоит ещё что-то. Да ё-моё. В школе, кстати, здесь можно будет нормально залутаться, если не ошибаюсь. Ну, что-то, что-то. Да вроде да. Окей, что там? О, полицейская дубинка. Мешочек. Не, ну это уже что-то. Ага. Кувалда, о. Так, полицейскую дубинку давай поставлю. Вот зачем? Сюда. Что, поехали внутрь? Да, полетели. Школа прошла. Блин, а я помню, когда в школе проходил миссию, то у меня уже и автомат был. Окей, Джейд, я внутри. Check the classrooms. That's the most likely place. Ну, потому что здесь все эти будут. Райса, чуваки, да? Ну да. Не Райса. Я не помню, что здесь. Здесь? Да вроде здесь уже оружие появится где-то. Но это не точно. Хреново, что можно только на одного оружия одного забрал. Точнее, убил одного, забрал у него. Только для себя, а не для всей команды. Что это? Труба? Нахрена он трубу взял? А, нужно разобрать. Газовая труба на металлические детали. Вот где металлические детали можно взять. Кстати, да. Молот каменщика 55. Квазитатер разберем. Вот так вот. Что можно сделать? Ничего. Не, аптечку можно сделать. Мычки, коктейль молотова. Мне там уже вроде нормальный коктейль молотова. О, теперь можно починить. Нашел, как это оружие выкидывать, чтобы не спуститься. Стану тоже фонарик включим. Ну да, пониже. Давай, открывай эту дверь. Тоже здесь все облутать нужно в школе. Ничего не пустить. Пусто. Классно, лутаюсь, везде пусто. Что, у меня $6 было, металлические детали. О, $6 металлические детали. Угу, денежку мне дали. Бейсимент. Шкафчик. Домашние припасы. Бечевка, электроника, тоже неплохо. Ёк, не бывай здесь. Дел, конечно. Ох ты, ё-моё. Подожди, ракета это что делает?
А, просто ультрафиолетом. А, как же она яркая, у меня глаза болят. Я целый день за компьютером. О, слышу. Видишь? Как глаза болят. А, да. Ой, 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 потом. Немножко потерялся, что тут поделаешь. Просто у меня, ну, я возьму. О, сюрикены, нормально. Воспользуюсь, пожалуй, сюрикенчиками. Да что ж ты делаешь? Нормально? Нормально. От, блин, один сюрикенчик выкинул. А подобрать нельзя, прикинь. А, да, а, я подобрал 5 штук у него. Нож крюк. А здесь что у нас? Что у нас? Садовый серп. Окей. Антизин, антизин. Все, аларм выключить. Ух ты, здорово. Ты еще биться будешь, братан? Я думаю, он не хотел. Ему пришлось. Да, ему пришлось. Ни хрена себе. Что это было? Прикинь, здесь зомбак сидел, блин. В туалете. Думал о своей жизни, походу. Нормально, ты его потревожил. Ну да. Батончик подпишем. Батон. Еще один батончик. А, фрукты сушеные. А, тут у тебя все облутали, я не знаю. Здесь что-то еще. Так. Что-то с ним. Церемонишься. Ломал ноги. Сломал ноги, голову разбили. Сюрикены, я второй раз уже сюрикены нашел. Блин, повезло, мне не попадается. Один раз дали и все. Ну этих сюрикенов я просто не... В смысле, я что-то не пойму, что мы? То туда, то сюда. А, вон чуваки еще. Побежал мне. Ой. Зомбак. Шкафчики, почему шкафчики открыты? Что за шкафчики? Вот, хороший. Туалет. Ну, в этом туалете не было. О, зомби. Стоит, прохлаждается. Ну а что ей еще делать? О, это шкафчик. Да, шкафчик. Еще один тубзик. Зомбака не нету. Не сидит. Уже да, нет. Окей. Блин, вот здесь много чуваков. Сам, да, вижу. О, хорошо, я ему дал. На ногу ему похороны. Здесь уже двое. Да не вставай, блин. Сейчас берем тяжелую артиллерию. Ёб твою мать. Где-то бежит. Отзывайте, сука. О, все есть. От... Немножко. А что ж такое? Смотри, какая сучка. Почему их обыскать? Что же так... Обыскиваю тела, даже не замечаю, как я их обыскиваю. Да херня с них, блин, падает. Я разочарован, честно. Шкаф. Такое ощущение, будто здесь лут поменяли, чем я тогда играл. Вообще странно очень. Не, ну, лут не поменяли уж точно. Если я не ошибаюсь, мы здесь... А, ну, что-то есть какая-то, или какой-то ящик, подожди. Jade, no luck with any antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. I still have classroom C to search, though. Basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Есть ключ. Так, а где подвал? Поставь, Витя, поставь, пожалуйста, на паузу. Сейчас. Сейчас я быстренько.
Да ё-моё. Окей, давай. Так, на складе Си. Что, мы антизы не нашли? Не нашли. Нашли мы. Нашел? А, ну его не было, да. Не было просто. Нужно теперь выйти с этой школы. Нам на склад нужно. Есть какая-то ребятишка агрессивная. Да, туда не хочу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блядь. Подожди. Я еще случайно его ударил, прикинь. Я же видел, что ты еще ударил его. Охренеть. Вот так вот. Есть. Живи, живи. И не умирай. Угу. Это просто нужно было так сделать, да? Так, вот ключики есть. Заходим. Storage C. А здесь что-то есть? Не, там тоже закрыто. О, что, ползет, ползет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, взрыв. Задолбали вы? Да блин, у меня хп мало, отъебись. Оружие уже полностью сломалось, обидно. Так, стой, давай здесь тоже посмотрим. Шкафчик, все открыты, ничего нет. Здесь закрыто. Где она орёт? Где-то орёт. О, сюда. Есть кто-то? А, это она. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. God, Crane, you're such an old. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us!" Hey, sometimes there's nothing wrong with a direct approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? Alright, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No. Just go. I got this. Meet me back at the tower. Promise me you won't let Rahim near that height. What? Yeah, of course. I promise. I promise. Just go. Yeah, Cookie. Здорово! Алло, братанчики, как жизнь молодая, шо почем, как дела? Ой-ой-ой-ой-ой, ты еще мне. О, мне жизнь восстановили, прикинь. Ой, хорошо. Может, вы умрете уже наконец-то? Наступает ночь. Классно. Да нехуй доебываться, блядь. Наконец-то у меня. Оружие очень быстро ломается, охренеть. Ты это писец, конечно. Не, ну у меня помедленнее немножко. Вроде бы. Быстро. Ладно. Все равно как-то быстро. Школу. Наступает ночь. Круто, круто. Будем бежать сейчас. Да, мы пробежимся. Почему бы нет? Любим бегать. Обожаем просто. Я тоже люблю такое. Так, что здесь ничего нет? Только мне еще с аптечку хотя бы сделать, если это доступно, конечно. А я не могу, а я могу. О, взять? Есть одна. Ракеты, наверное, нужно взять в руки. Взрыв-пакеты, ракеты, какая-то есть ракеты. Взрыв-пакет сделаю. Пока доступно, отмычки еще сделать нужно. А, у меня две, кстати, аптеки, нормально. Здорово. Блять, опять этот зеленый. Ну, по-моему, нужно будет догнать и убить. Хорошо, что у нас есть.
А вот говорили, не кушайте траву. Ее курить нужно. Это школа. А, не, просто покинуть школу и все. Вернитесь за башню. Да, просто убегаем, брат, и все. Остаемся в живых. Да, остаться в живых. То по мосту побежать, блять, не вышло. Я, конечно, не хочу бежать. Чё так? Начну и выживши. Я думаю, там поменьше этих тварей. Мы закончились. Ну если как она могла закончиться? We'll do. Don't worry. Don't worry. Right. Да не, он за тобой побежал. Говорит, ночь закончилась. С каких это пор? Они бегают, потому что им больно. А как так быстро? Как-то... Наступает ночь, мы вышли и все. Не может найти себе убежище. Он умер, да? Он умер? Он сгорел. Кто взял и сгорел? Ну, это тоже хорошо. Просто башня обратно сушу. Школу обыскали. По-моему, это задание... А, нет, братья и сестры, у меня там не заканчивается. Там еще младше, дальше будет. Ну, вот эта часть, братья и сестры, уже выполнена. С Рахимимом... Ах, не зли поговорить. О, опять чего? Ты покинул сеанс. Твою мать, как это? Что это за... Вот у меня сейчас... А, не, просто он поднялся на второй этаж, все. Ты поднимайся, все равно задание нужно, типа, скидывать. Самолет летит. Да, пригласить. Сейчас поднимусь. Джейд called me. She's taking the explosives to Саид. She wanted me to... Ты к Рахиму бежишь? Угу. Да я в лифт зашел. Сейчас, подожди. Во, можно выйти и к тебе зайти. Ой, что за херня, блин? Непонятно вообще. То ли серваки, блядь. То ли серваки, может, шалятные? Я не знаю, что ему выкидывает. Возможно. Может быть и такое. Так, а ну кинь. Да, да, сейчас. Хотя по один не надо? Ага, сейчас, участвовать. Да, вроде же нормально там играли, ничего не выкидывало. Это сегодня что-то... Сегодня что-то не особо хорошо оно работает. Да, да, я же говорю. Ну ничего, зададим задание, уже закончим. Ну да. Подожди, это наверх нужно или что? Да, это наверх. Наверх, наверное, на крышу. К Рахиму, он же... Рахим. На крыше любит сидеть постоянно. Крен, Саид told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Saeed used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid, that was a lucky find. Would have been better to turn up some antizin, though. My buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? Crane. There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go. How perfect is that? Now it's possible, but... Моя любимая фигня. I'm doing it on my own. So he knows about that stuff. Yeah, kid. That was a lucky find. Видел это, да? Would have been better to turn up some antizin, though. My buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go, and now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. But it's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. But
Shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. Raheem, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zara out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sick bay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Екур. Десяточку нам насыпали. Не, нужно еще в зерье сходить. Вот так вот, со всема обсудить вот это все. Чтоб туда-сюда. Не конец будет, я тебе говорю. Братья и сестры там будут аж. Ладно, не будем спойлерить, может кто-то не знает. Ну, давай обсудим хотя бы. Так, а что здесь? Что в этой комнате? А, зелье. Я думал, он там. Доктору нужен, блин. How can I help you? Crane. Remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. Hmm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Опять их зеленых. С кладовщиком еще поговорить. Со всеми нужно поговорить. Вот так, к лифту. Ой, жестко. А потом еще ночью нужно будет, да? Да, на самом-то деле там я не знаю, сколько в основном. 12 часов компании или что-то такое. 10. Да нет, где-то 13 вроде бы. Или 13. What can I do for you? Doc Zara says you know where I should look for these bolters. Super fast infected, covered in big green blisters. Oh yeah, yeah. I can point you in the right direction. Here, here, and here. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to go looking for trouble. Words to live by. Thanks. Thanks. Кладовщик, что у тебя? О, спасибо. У тебя разведка. Вот и отлично. На этом завершим. Ну да, потом будем искать этот образец. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Да, всем спасибо, всем. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.